Ребят, всем привет! Наступает горячая пора в деревенской жизни нашей. Да, кстати, меня зовут Владимир Белов. Я живу в деревне Окунево Омской области. Омская область – это Западная Сибирь. 55-й регион. Середина России. Горячая пора. Летом наступает у тех, кто держит сельское хозяйство, кто занимается сельским хозяйством, кто держит крупный рогатый скот или мелкий рогатый скот. Нужна заготовка сена. Кто-то покупает сено, кто-то готовит его сам. Мы заготавливаем самостоятельно сено. Сегодняшний мой ролик хотел вот такое небольшое вступление. Я несколько дней назад показывал вам, ездил на поля, где я раньше косил сено. Это где я последние 6 лет косил сено, заготавливал. Там трава вот такая вот маленькая. Ждать ее, когда она вырастет, это во-первых. Во-вторых, тут представитель собственника подошел несколько дней назад и говорит: мы в этом году сами решили сено заготовить. Ну, сами они, конечно же, не будут сено готовить. Они просто отдадут другому какому-то лицу, скорее всего, я так думаю, на каких-то более выгодных условиях, чем... А я просто там чистил покос, вот, просто чистил покос. В том году я за этот покос отдал им сток сена, за то, что я им пользовался. Так вот, ну ладно, пускай косят, пускай готовят. Там трава, еще раз повторюсь, такая маленькая, вырастет она, не вырастет, это хрен с ними. Короче, у нас есть... В деревне у каждого был раньше свой надел на заливных лугах. Потом, естественно, люди постарели, кто-то уехал в город, кто-то скончался. Ну а кто-то просто перестал держать скотину и бросил эту надел свой. Земля зарастает земель, так же, как по всей России, очень много. Итак, вчера было воскресенье, сегодня у нас понедельник, 6-е. Вчера было воскресенье, было 5 июля. 5 июля. Вот я ездил смотреть заливные луга, свои наделы. Вот. Хочу вам представить этот ролик. Смотрите, даже скорее всего это будет не ролик, а такой большой полноценный фильм. Смотрите, комментируйте, кому интересно, узнавайте свои родные места. Те, кто, земляки мои, живут где-то далеко за границей или в каких-то других городах нашей необъятной родины. Или там ближнего или дальнего зарубежья. Так что смотрите, я не буду говорить, плохая или хорошая сейчас вот трава, вы сами посмотрите, сделайте вывод. Я прошу вас высказаться в комментариях вот по этому поводу. Я сегодня вот снова, у нас хорошая погода, вчера была хорошая погода. Вот как посмотрю по прогнозу погоды, по интернету, какой там прогноз погоды, и буду принимать решение, выезжать, не выезжать, когда выезжать, так что вот так вот. Как говорится, лето пришла, горячая пора, нужно заготавливать сено. Вот. Ездил, да, я ездил на тракторе, вот на этом, на Т-25, у нас несколько дней назад прошли дожди, хорошие затяжные дожди были, несколько дней прямо они шли. Хотел ехать на мотоцикле, на мопеде Альфе. Но решил вот ехать на тракторе. Во-первых, проходимость больше, лучше у него. И посадка, уровень посадки гораздо выше. Ну, вот. Так что смотрите, какая дорога у вас, какие травы у вас. Интересно узнать. Так что комментируйте. Ладно, приступаем к тому ролику, который я снимал вчера. Поехали. Несколько дней назад дожди прошли, хорошие дожди. И здесь сейчас стоят лужи, такие полные воды. Дожди были, наверное, дня 3 или 4. И хорошая такая погода была. Полило все, что можно было полить. Грядки. Налило воды везде, с запасом. Опа, подняли. Клеи нарезанные. Вот, татанский увал.
приехали. Конечно, даже сейчас смотрю здесь, по прошлым годам здесь гораздо меньше травы. Вот так сказать правильно, точнее выразиться, она не такая густая. Тут высокая всегда трава была, а сейчас в этом сезоне вот очень редкая. Очень-очень-очень слабая. Мы тебе интервью даже дадим. Ну чё, Василий, как жизнь? Хорошо, жизнь хороша, но вот да. Твоя машина? Нет, не моя. О, блядь, лисицы, говорят, хуёво живут. Машина. Чё, куда ездим? Чё вы ездили, смотрели это самое... Камера у меня сейчас такая. А? Камера такая. Какая? Хорошая камера. Маленечкая. Ну, смотрели. Нынче видишь... Пошли хорошо в развитии, потом роение замучило, потом холода, они не хуже, надо было их подкармливать, то все, они как бы маленько заклёкли. Но сейчас вот потихоньку пошел взяток. Ну, дорога так местами неплохая, а местами вот такие проблемы. Поехал, смотри, траву. Поехал, траву, у тебя должна быть трава, я же тебе сказал, у тебя там трава должна. Вот, Володь, Вась. Объезд, тут хороший объезд. Вот хороший объезд. Да ее, знаешь, честно сказать, я смотрю, ее и тут путем нету. Когда она раньше тут. Ага. Ну ладно, давай. Спешу, друг, давай, ага. А я тебе махал, а ты не смотрю. Короче, Василий Лись, Павлов, смешно. Зафигачились. Опа. Мамы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Видите, что? А мы продолжаем с вами снова свой путь. Вернулся. Звонит. Зафигачился. Джип сел на раму. Ну не совсем, но пришлось вернуться. Вытащи чуть-чуть. Так, ребята, выехал я, проехал плохую дорогу, смотрю траву. На этом месте, где я сейчас стою, раньше косил несколько сезонов Александр Степанович Горбанин. Здесь у него было стажков 5, наверное, ручной метки. Ну, небольшие стажки. Ну, сколько там руками накидаешь? Ну, все равно было. В этом сезоне трава здесь тоже не важнецкая. Тут кто-то заехал, закосил. Там еще недели, наверное, две назад. И все. И все, закосил. Вон там даже этот, как его звать, алтарь. Язычников сделанный такой вот. Камней привезли. Какие-то там иконки стоят. Не иконки, какая-то фигня, короче, молебная. Вот, заехал я посмотреть. И говорю, тут кто что. А тут тоже не очень трава. Ну, накосится, ну, не очень. Вон там клеи,
Короче, здесь вот дорога всегда, несколько дорог вот. Идут там выезд. Не очень хорошая здесь дорога. Трава такая не очень хорошая. Всегда была тут более-менее нормальная трава. Вот ложки, они тоже так себе. И не совсем она вот. Трава так как-то это, хреноватая. Не очень трава здесь. Не очень, честно скажу, я ожидал гораздо большего. А оно даже вот видно, вот несколько дней назад сильный ливень шел, и вот ее даже сюда положил, сюда наклонил. Не очень. Но с другой стороны, когда нету совсем ничего, хоть такая даже есть, в принципе, тут сухо, можно туда подаваться, подкашивать. Но там тоже трень-брень не очень. Будут они коровы ее есть, не будут. По сути дела, здесь раньше было когда-то пастбище. Здесь пасли коров. Своих пошли коров, колхозных, вот они ходили здесь. Вот это все пастбище. Ну, а потом коров не стало, меньше стало. Все так начали подкашивать. Тут подкашивать, там. То там кто-то стога ставил. Тут, Александр Степанович, вот дорога проходит, она вот, 15 метров отсюда. По ту сторону дороги, по эту сторону дороги, там вот уже березы стоят, это на этой стороне, там уже речка, берег реки Тары. Вот. В принципе, ну можно так покосить. Ну кто закосил, наверное, тот пускай косит. Чё. Вот. Ну вот тут погуще, тут получше что-то травенка, более-менее. Тут эти лага, ложбины, но тут клеи нарезаны все, поизрезаны. Ну, в принципе, на безрыбье и рак рыба, вот так вот. Можно покосить. Дальше. Ну, тут единственный плюс, здесь с деревни близко. Ну, дорога вся убитая. Косить, в принципе, можно. Тоже, знаете, еду, смотрю. Не очень хорошая трава. Нету и путем ее. Вот, дожди прошли. Зазеленело, под сад пошел. А так бы ее бы, если бы дождей не было бы. Плоховато. Здесь пастбище тоже. Коров пасли. В этом сезоне не видать. Пригонял Чубузов коров своих. Тут тоже она не очень пустая. Зелка пошла возрастать хорошо, но она маловато еще. Клевер хороший, он тоже, ему еще расти можно. Вот тут дорога сухая. Ну вот, дорога закатанная, тут уж ездил здесь. Тут вроде получше тоже трава, неплохая. Разнотравье. Мелковато, маловато. Но ей вот под сад пошел расти и расти еще. Еще недели две расти будет. Проехали ржавчик дорогу. Нормально, сухой, нет воды. Раньше вода была. Ну а это здесь вот дорога, объезд.
тоже ржавить. Сейчас посмотрим с вами. Ну, колеса пока сухие. Колеса сухие. Тут трава высокая. Там вон, вот дорога. Отъехал, свернул с дороги, ушел. Вот она. Воды нету. Вот тут видно клей. Как ездили. Лужур какой. Офигенский. Сухое место, сухо. На дорогу. Я просто не туда это. Вот так вот. Прямо. Ну, здесь сухо. Сухо, сухо. Сухой был год. Засушливая. Сухая весна. Я думаю, что и на покосе везде сухо. Воды не должно, наверное, быть. Ну, трава есть, траву можно косить, вон косит. Травы много. Езжай косить. Хоть завтра. О, добрался я на тракторе до нашего поля, где мы всегда раньше косили, потом тут не косили. Здесь мы что, год или два не косили? Год, однако, не косили мы. Вот, косили там ближе. Ну, а в этом сезоне вот снова, наверное, здесь будем косить, потому что там травы нет нифига, здесь трава есть. Это заливные луга. Заливные луга. Трава здесь есть всегда. Проехал я все
на тракторе все лага. Вот тут лог большой, тут всегда мы буксовали. Там ложки есть, тоже буксовали. Но в этом сезоне сухо, воды нету, колеса сухие. Вот колеса сухие, вот я проехал. Видишь, везде колеса грязные, это я там джип вытаскивал рядом с деревней. А тут везде сухо. Едешь, нигде не боишься. Вот. Тут травенка, вот грива. Тут она не очень хорошая. Но все равно лучше, чем там, где я косил. Чем в Луке Болоткиной. Тут все равно лучше. Вот мало травы, подкашивай эту. Как его звать? Ложок. Тут гужурчик. Вот. Тут она тоже будет. Еще туда подходи. Тут травы много. Очень много травы. Вот. Там вон тоже у нас стоит этот алапчик. Вот когда его косим, когда не косим, можно и там косить. Сейчас я туда поеду, туда ближе, к кустам дальше. Там, думаю, тоже будет трава хорошая, потому что трава здесь хорошая. Раньше косили шикалками этими, сегментными косилками. Ну, нормально, тут мураши, правда, бывают. Вот он косит, заезжай, коси. То есть можно уже сейчас приезжать косить. Вот так, так, сейчас я слажу и покажу вам снизу. Коси не хочу. Вот, о, муравейник тоже. Единственный минус вот этого всего, этого покоса, то, что он расположен от деревни километров, наверное, 5 или 6, ну, может быть, 7. Вот, и это минус. Ближе было бы вообще хорошо, классно. Ну, трава здесь есть, косить можно. Ладно, едем чуть-чуть подальше, посмотрим там, какая трава. Вглубь. Вот, а здесь и вовсе хорошая трава. Ёлы-палы. Куда нафиг? Кожа сухая, вон колеса сухие. Ну, вообще красота, ёлы-палы. Нормально, нормально, нормально. Я думаю, хуже. Нет, нормально. Нормально, хорошо. Косить можно. Вот. Косить можно, выезжай и коси. Хоть туда, хоть туда. Тоже она как не совсем, ну, да, хорошо, лучше, чем где-то в другом месте. Вот. Тут тоже ржавчик, он уже ложиться начинает, тоже сухо, сухой. Трава хорошая, мне нравится. Нравится, нравится. И подсад пошел, она может быть еще подрастет. Может нормальный. Ну, подрастет. Не очень, там чуть-чуть получше, там ржавец у нас,
костер, куда нафиг? Колоситься начинает. О! Тетер это. Глухарь что ли? Или утка? Утка это, утка. 70. Вот так вот. У нас ржавчик тоже вон туда едет, тоже сухо, колеса сухие. Вон туда нафиг. Горбанин Александр Степанович косил. Можно тут косить. Ну, все подряд. Все подряд. Вот. Трава есть. Так что все переживать за зря. Вот. А тут кроты что ли накопали. Трава есть, косить можно. Накосится сено. Ржавчик начинается. Вот он так. Вот эти заливные луга. Где-то грибка, где-то ржавчик. Тут, естественно, трава выше больше. Вот она уж тут легла. Ну вот. Сухие колеса, сухие, сухо все. Нормально. В перемешку алапчик, грива, будет нормально все, хорошее сено. Все-таки луговое сено есть луговое сено. Все, ребята, поехал я домой, нас ждут дома дела. Накосим. Я уже раньше как-то больше расстраиваюсь, елки-палки, придется коров резать там, то все убирать, а тут сейчас нет, накосим, если, конечно, тут, сидеть дома на печи, никто тебе нахер не накосит. Фу. Никто тебе не даст, а если стремиться делать что-то к этому, разведать, там посмотреть, не беда, сделаем. Вот. Ну, травы хоть куда коси. Вот так что вот. Погода не подвела бы. Техника, ну, ряд факторов, которые погода, техника, здоровье, человеческий какой-то ресурс.
остановился, речка рядом, дорога. И тут куст растет. Куст растет, называется смородина. Зеленоватый еще. Зеленый еще. Зеленая. Есть ягоды черные, но зеленые. Черемуха, а черемухи нет что-то почему-то. Почему-то нету ягод. Ну а здесь озеро Иваново по левую сторону от нас. В этом году оно заливалось. И его, видать, никто не закрыл. Вода ушла. Очень мало воды. Фу. Тут традиционно дорога вся. Клей наедленный. Никто их не заравнивает, клей сейчас нарезанные. И жестко так. Вот. Такая вот. Жестко-жестко. Ну, нормально, ехать можно. Можно. Лужи с дождей. Вот так. Фу. Быстро не поедешь, потому что трясет сильно. Вот. Трясет и это. Ну, на тракторе жестко. Чтобы на тракторе не трясло, надо колеса спускать. Поэтому лучше потихоньку ехать. Спешить сильно некуда. Вот озеро Иваново. Куст кто-то вырвал вместе с корнями. Аж. Вот так вот. Вот и едем помаленьку. Да. Вот такие у нас просторы. Наделано много. Лужи относительно неглубокие. Посохла, пожухла, которая ничего,
Вверх пошла, еще под сад пошел травки. Под сад. Вот. Все нормально. Второй год никто не пасет. Чопозов тоже перестал молодняк пригонять. Так вот сухая дорога вот тут такая. Смотрите, один этот конский щавель растет, деклеи много нарезано, ну, урожайность не очень, слабоватая здесь, слабовато. Пускай я там буду косить на своем месте, на своем покосе. Лесная дорога, рядом с дорогой растет гриб. Так, он червивый. Где-то я видел еще растет гриб. Так, посмотрим. Опа. И этот тоже червивый. Объездная дорога. Вот. Березовый лес. Грибы есть. Надо смотреть только. Ходить. О! Так, а это что у нас? О, он старый тоже, червивый. Грибы есть. Вот. Так, тоже старый червивый. Короче, грибов есть. Хватает. Вылез посмотреть, а то будешь думать, блин, что же я мимо проехал грибов-то. А грибы есть.